Привет, меня зовут Настя. Сейчас будет опыт чудо в фужере. Для этого нам понадобится вода, таблетка, шипучая таблетка, краситель и масло. Итак, сначала наливаем водички. Добавляем краситель. Видите, как здорово? А теперь масла нужно много. Почти все масло. Теперь доставаем одну половинку. Видите, какие мячики? Спустя некоторое время бросаем вторую таблетку. Еще сильнее! Пузырьки воздуха захватывают краситель, и они идут вверх. Когда пузырьки лопаются, они идут вниз. Видите, какие мячики? Пока. Встретимся в третьем классе.